Спортивная элита Прикамья 2010. В зале лучшие спортсмены региона по итогам уходящего года. Ежегодная церемония награждения начинается со слов губернатора Пермского края Олега Черкунова. Как вы помните, когда мы только начинали работать, это было 7 лет назад, у нас были была такая неясная позиция по двум направлениям. Мы не могли никак найти там, ниточку, за которую там, развязывать клубок. Это культура и спорт. Вот культуру мы вроде ниточку уже потянули и поняли, как это делается. Думаю, что в следующем году задача эту ниточку вытянуть по спорту. 10 номинаций. Поздравления, кубки и цветы. Один из участников торжества – легкоатлет Максим Дылдин. Именно его признали лучшим в номинации «Олимпийские виды спорта». Наш бегун завоевал уже немало различных наград и титулов, однако любое новое достижение – это всегда приятно. У меня есть уже все номинации, какие только возможны. Ну, в принципе, я рад, у меня полный дом кубков уже всяких, ну, по всем номинациям практически. Вот. Лишний кубок никогда не помешает. В главной номинации «Спортивная звезда Прикамья» победила саночница Татьяна Иванова. В других отметили конькобежку Светлану Высокову, тренера по зимним видам спорта Ивана Иванова, инвалидов-колясочников Елену Шиляеву и Константина Сосунова, пловчиху Екатерину Баклакову, фигуристов Веру Базарова и Юрия Ларионова, самбистку Ирину Родину и гиревика-ветерана Михаила Пупышева. Лучшей среди пермских спортивных организаций стала Федерация карате Кёкушинкай. Молот Прикамья оступился в Орске. Пермяки проиграли Южному Уралу 1-2. Наша команда неудачно начала встречу и пропустила две шайбы подряд. Однако под конец молотобойцы разыгрались и сократили отставание, благодаря голу Левинского. Но на большее подопечным Николая Ванина уже не хватило времени. После матча в интервью официальному сайту клуба наставник отметил далее цитата. «Были у нас неплохие моменты, но не забили. Два раза по ленточке прокатили шайбу, один раз в перекладину попали. Забивая один гол, выиграть сложно. Можно, конечно, сетовать на то, что мы с проблемами добирались до Орска, не вовремя вылетели из Челябинска. Но если посмотреть с другой стороны, то мы, проиграв первые два периода, третий выиграли, сумели добавить. Значит, усталость тут ни при чем». Конец цитаты. Заключительные встречи в уходящем календарном году «Молот» проведет на своей площадке. Ближайшая из них состоится 27 декабря в понедельник. В Перми побывает «Касцинк Торпедо». Начало встречи в 19:00. В Глазове проходит очередной тур чемпионата России по мини-футболу среди команд высшей лиги. «Арсенал» начал тур неудачно. Пермяки проиграли в драматичном поединке одному из аутсайдеров турнира – «Саратовцу» со счетом 4-5. Решающий мяч наши пропустили на последних секундах встречи. Реабилитироваться за это поражение «Арсенал» сможет во втором матче тура, где встретится с подмосковной командой «Спарта Щелково». Проходит в эти дни в Удмуртии крупное соревнование биатлонистов «Ижевская винтовка». Накануне в индивидуальной гонке на 15 километров прикамская биатлонистка Екатерина Юрьева, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах, финишировала второй. Она уступила победительнице Екатерине Юрловой всего 22 секунды. Олег Романов, телевизионная служба новостей.